Слава Богу, слава Богу. Вы знаете как? Мы живем в особенное время. Вы знаете, что мне нравится в жизни? Ко всему есть сезон. Каждый год мы знаем, будет зима, потом весна, потом осень, вернее, лето, потом осень. Иногда путается это. Мне кажется, в этом году зима была не зима. Но в любом случае, сезон есть ко всему. Трудные времена – это сезон, не остается навсегда. Хорошие времена – это тоже сезон, не остается всегда. Важно понять, что у Бога по отношению к человеку всегда имеет отношение по сезонам. Нет, Он не разлюбит тебя в один сезон, потом полюбит. Нет, Он любит все время, но динамика Его, как Он тебя поднимает, как Он двигается через тебя – оно имеет сезонности. И вот важный вопрос. Как войти в новые сезоны? Как готовиться? Когда Бог собирается что-то делать в новый сезон, как себя так располагать, чтобы Бог мог выполнить свои планы? Это важная проповедь. Особенно, где мы живем сейчас, Бог открывает новые двери, новый сезон после кризиса, как никогда. У Бога большие планы. Давайте послушаем в преддверии сезона благословения. В преддверии сезона благословения. В преддверии сезона благословения. Всегда, когда есть сезон, когда Бог собирается что-то делать в твою жизнь, метод подготовки одинаковый. Когда Иисус поругал Иерусалим, Он сказал, ты не познал время посещения твоего. То есть посещение пришло, благословения пришли, Бог пришел, облако с дождем прошел и дождь пошел. Но Иерусалим ничего из этого не словил. Ничего. Иерусалим стал мокрым от дождя, Иерусалим почувствовал тепла, Иерусалим почувствовал все, что видел, что Бог делает, но польза Иерусалима от этого не было, потому что Иерусалим не подготовился к времени посещения. Когда перед тобой стоит сезон благословения, есть определенная подготовка, которая нужна, чтобы сезон оставил следы на твою жизнь. Когда приходит сезон, Бог во время сезона благословения, несколько вещей могут происходить сразу. Первое, Бог может прибавить, добавлять в вашей жизни то, где раньше вы не могли. Он может дать вам прорыв там, где вы боролись много и не получалось прорываться, и Он даст вам прорыв. Второе. Бог использует это время, чтобы укрепить тебя. Скажите, укрепиться. Многие проблемы в жизни не требуют войну. Многие проблемы в жизни требуют, чтобы ты укрепился, вырос, и проблемы перестают быть проблемами, хотя они остались. Поэтому, когда я выходил из дома, мне было 9 месяцев, я всегда молился Богу, убери вот этот, как называется, порог. Да, убери этот порог, мне мешают. Как люди живут с этими порогами? Надо их убрать все. А когда я вырос, я забыл про него. Порог еще есть, но я вырос. И многие проблемы в нашей жизни, они никуда не уйдут, потому что по сути, они не проблемы, если ты будешь развить как надо. Скажите со мной аминь. Вот Библия говорит так. Евангелие от Марка, 4 глава, 4 стих по 8. «И когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то, а иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубокая. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и терние выросло, и заглушало семя, и оно не дало плода». Библия учит, что разные почвы или разные жизни,
9 стих, что там написано? «Иное упало на доброй почве и дало плод свой 30, 60 и 100 крат». Первая почва или жизнь, с такой нельзя войти в сезон благословения. Когда ты ощущаешь, что перед собой сезон особый, разберись с первой почвой, состояние жизни. Это придорожное. Придорожное, где каменистая дорога, оно никогда не дает плод. Библия говорит, что птицы пришли, сразу забрали. А или в истолковании Иисуса, когда дьявол пришел, сразу похитил и не давал плод. Что такое дорожное состояние сердца? Это сердце, почва, которая потоптана плохими греховными поражениями, которые повторяются все время. Если в твоей жизни что-то повторяется, что такое дорога? Дорога – это там, где люди ходят, да? И когда люди ходят, сначала это вообще, там можно даже урожай собрать. Через время еще раз прошлись, еще раз прошлись, еще раз прошлись. Через время почва становится твердая и неполезная для урожая. Когда в твоей жизни есть одно и то же поражение, одно и то же поражение, одно и то же поражение, неважно в каком направлении, через время твоя жизнь, твое сердце становится похоже на дорогу протоптанную. Для хождения очень удобно, но для урожая очень плохое. Второе. Он говорит, Иисус говорит, другое упало на каменистое место. И говорится о том, что у них нет постоянства. Это жизнь, в которой нет корней из-за того, что нет постоянства. Когда мы входим в сезон благословения, даже если до этого ты как-то непонятно, но когда ты идешь в этот сезон, попробуй быть постоянным в твоем хождении с Богом, в церкви, в служении. Многие люди, которые потом отпадают от Бога, это из-за отсутствия постоянства. Они раз в месяц бурно любят Бога, бурно постятся, или раз в неделю. Они в духе раз в неделю, в посте святые, но 7-6 дней остальных они живут прямо вратарями в штабе дьявола. И почему-то они думают, что вот один день в посте должно влиять на жизнь, а все остальные 5 дней, которые в штабе дьявола, не должно влиять. Вы что? Оно влияет. Каменистое сердце, каменистая жизнь мешает тебе, и твои предназначения от Бога быстрее всего не исполнятся, потому что корни требуют время. Попробуй когда-нибудь длительное время с Богом постоянно, как надо, по Писанию, по Слову Божьему, и ты увидишь, как много некоторые вещи начнутся в твоей жизни. И заметьте, тернии, тернистые. Это люди, которые жизнь или сердце наполнено обольщением, богатством, увлечением, пожеланием, наслаждениями греховными, направлением, вот такие, которые неправедными. И есть люди, которые жизни просто этим забиты. Ты стоишь, проповедуешь, они слушают проповедь, им нравится, но сразу после вот это обольщение богатства, разные наслаждения. Это мне, это. Заметите, что Бог не против, чтобы мы радовались в жизни, мы наслаждались жизнью. Бог за. Скажите, Бог за. Но это должно быть не наши цели, куда мы идем постоянно. То мы потеряем фокус. Ну, некоторые люди, их душа настолько забита этим, что когда приходит слово, оно приходит, но оно заглушается сразу.
То есть слово пытается прорываться, помазание пытается прорываться, призвание пытается прорываться. Но эти вещи настолько густо между собой, что слово заглушается, призвание заглушается. Многие люди, их призвание давно уже мучается, плачет, потому что они слишком увлечены наслаждениями какими-то в поисках все время. Разные приключения, которые тебе не в пользу. Заметите, это заглушает. Есть добрая почва. Добрая почва – это те, которые слушают слово, принимают слово в добром и чистом сердце. Все-таки поймите меня, все, что Божье, оно святое. Бог не вложит Его святое в грязном сердце. Любит Он тебя? Да. Готов просить тебя? Да. Каждый раз, стекаясь, Он прощает? Да. Но грязное сердце никто не вложит туда святые вещи. И Бог не собирается святые вещи вложить в грязном сердце. Самое первое, что Бог ожидает от нас, входя в сезон благословения, это вера. Скажите, вера. Притом, когда мы говорим «вера», от Луки 18:8, «сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Что такое вера в этом случае? Первое. Вера – это ожидание. Ожидание, что мы ожидаем от Бога, помогает нам получить от Бога. Настоящая вера – это отношение к Богу и к жизни сердцем, а не только внешним видом и языком. Библия говорит так. Евангелие от Матфея, 15 глава, 7 по 9 стих. «Лицемер, хорошо пророчество о вас, Исаия, говоря, приближаются ко мне люди си устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, и но тщетно чтут меня, уча учениями, заповедями человеческими». Что такое лицемерие по словам Иисуса? Это люди, которые приближаются к Богу, все делают словами правильно, а сердце же далеко от того, что они говорят. Ты хочешь, чтобы Бог тебя ценил как сокровище? Тогда позволяй, чтобы твое сердце и твои уста совпали. Марка 5 глава, 27-28. Женщина с кровотечением, она услышала об Иисусе и подошла сзади и прикоснулась к одежде Его. Почему? Ибо сказала сама в себе, если я прикоснусь к одежде Его, я выздоровею. Смотрите, как Бог на это среагировал. Она говорит в себе то, что она думает в себе, и она и сделала. И Бог сразу же включился. В глазах Божьих это решение. Женщина поменяла свою судьбу, продлила себе жизнь, потому что могла бы умереть от того, что она болеет так долго. Организм становится слабым и умирает. И сила помазания сошла от Иисуса, вошла в нее. Иисус сказал, вера твоя спасла тебя. От Иисуса шло много помазания. Это был день благословения. Больше никто ничего не принял там, кроме одна. Из-за ее, что она говорила сама в себе. Решение ее сердца. Бог это любит. И мимо таких Бог не проходит. Номер два. Как войти в сезон благословения? «Будь сосудом в чести». 2 Тимофей, 2 глава, 19-21 стих. «Но твердое основание Божье стоит, имея печать сию. Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Это новозаветное утверждение, печать. Имеется в виду, это центр того, что связано с Божьим Царством. Ты познал Бога, Бог познал тебя, ты исповедуешь Его имя,
с того момента начинаю в жизни проверить, где неправда в моей жизни. И начинаю все время отступать от неправды. Читаем дальше. А в большом доме есть сосуды, не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные. И одни в почетном, а другие в низком потреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным, заметите, освященным, благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. В доме есть разные сосуды. Нужно приготовить себя быть по сосудам для использования в чести. Поэтому нужно, написано, кто будет чист от всего. От чего? Я попробую вам перечислить сразу. Первое. От мысли и мышления, которые не совпадают с Богом. Пастор, что делать, если у меня мысли не совпадают с Богом? Бывает у всех людей такое. И у меня бывают такие мысли. И у вас бывают такие мысли. Говорят, такие мысли к вам приходят. И ко мне. Мы стараемся, чтобы никто не знал, что у нас такие мысли. И мы сразу брови святые сделаем. Чтобы все думали, что мысли не пришли. Ничего. Но главный вопрос – убери эти мысли. Удали их. Мысли – это как птичьи. Они летают. И могут приземлиться на любой ветке. Но не позволяй им гнездо построить. Бог сказал Адаму и Еве, владычествуйте над пресмыкающимся, над всеми гадами, над животными, над землей. Владычествуйте. Когда Бог закончит, а говорит, кто пришел к Еве? Змей. Бог ему сказал, владычествуйте, то есть покажите власть. Пришел змей. Добрый день, Ева. Добрый. Правда ли, сказал Бог? А нет. Она начала дискуссию. Зачем дискуссия? Владычествуйте, а не дискутировать. И когда Ева вошла в дискуссию, вместо того, чтобы владычествовать, как Бог сказал, она попалась. Второе. Нужно очистить себя от негативных эмоций. Очистить свои эмоции и к чему они привязаны. Наши эмоции привязаны к чему-то всегда. Я не говорю, что они не должны быть привязаны, но они должны быть привязаны к хорошим вещам. Иногда, когда дьявол хочет тебя лимитировать, он дает, чтобы твои эмоции были привязаны к плохим вещам. Поступки, действия, когда других нету особенно. Вот это тоже важно. Смотрите, если не совпадает с Божьей натурой, это называется по Библии, это неправда, беззаконие, нечистота, греховность. Надо очистить, надо убрать, уходить от этого. И негативные привычки, и негативные общения. Входя в сезон благословения, нужно закрывать двери дьяволу и открывать двери Господу Богу. Номер три. Мы хотим быть сосудом в честь. Скажи, Господь Бог, я желаю быть сосудом в честь. В Кесаре был некоторый муж Корнили, сотник из полка, называемого италийский. Он, смотрите, качества, какие у него. Он благочестив. Это в Новом Завете, Деяния апостолов. Иисус умер, уже воскрес и вознесся. И этот человек благочестивый, боящийся Бога, со всем домом своим, творивший много милости, то есть давал много, и всегда молящийся Богу. Четыре качества, если ты хочешь, чтобы Бог тебе помогал в жизни. Корнилий не он поднял инициативу, чтобы Петр к нему пришел домой. Нет, это Бог пришел и сказал, иди, позови. Это четыре качества, когда в человеке до сих пор Бог на эти качества реагирует. Дальше говорится, это ангел пришел, сверхъестественно. Ха-ха, ангел пришел.
А он в видении видел около 9 часа дня ангела Божия. Он не верующий, он не покаявшийся, но он видит ангела Божия в видении, который вошел к нему и сказал ему: «Корнелий!» Он взглянул на него, испугавшись, и сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милости твои пришли на память перед Богом». Две вещи, которые доходят до Бога: что мы даем и что мы молимся. Итак, пошли людей в Иопию, призови Симона. Короче, он побежал, людей отправил, нашли Симона, и он пришел. 34 стих 10 главы. Петр отверз уста, сказал: «Истинно познаю, что Бог не лицеприятен». Я сейчас буду медленно читать. «Но во всяком народе». То есть он смотрит на всю землю. «Боящихся Его и поступающий по правде». Не говорящий по правде, а поступающий. Ведет жизнь. «Приятен Ему». Так, кто это говорит? Апостол Петр, который ходил с Иисусом, который понимает, что такое благодать. И он утверждает вот эти качества: бояться Бога и поступать по правде. Богу приятно. Да, я понимаю, что мы приятны Богу во Христе, но почему-то Петр считает, что есть наша часть, чтобы мы были приятны Богу. Мы не могли бы, чтобы наш страх перед Богом и правильные поступки дошли до Господа, если бы не Иисус. Это благодаря Иисусу, что мы вообще заметны. Вы понимаете? Это не помимо Иисуса. Это будучи во Иисусе, и мы приняты, боящиеся и поступающие по правде, приятен Господу Богу. Как хорошо знать, что Бог, Он любит нас без конца. По отношению к Его любви нет сезона, оно всегда. Но в нашей жизни есть сезоны. Возможно, сегодня ты проходишь через трудные времена, радуйся. Это тоже сезонное явление, уйдет и придет хорошее время. Сейчас у тебя хорошее время, радуйся, это сезон. Но накопи на максимум, сколько можешь. А потом войдешь в зиму, у тебя еда готова. Важно, чтобы в каждом сезоне мы мудро использовали возможности. Ну вот что мне нравится. Как Бог не меняется, в нем нет ни тени, ни перемены, так и Его сила не меняется. В любой сезон Он творит чудеса, Он помогает людям, Он благословляет людей. Я предлагаю вам посмотреть на эти свидетельства о том, как Бог исцеляет людей, и ожидай свое чудо, потому что сегодня Божий сезон для твоего исцеления. У Максима около 6 лет было 2 позвоночные грыжи, поясничные. Mm-hmm. Вот, и он постоянно ощущал боль. И вот во время молитвы он почувствовал тепло, и боль значительно уменьшилась. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Сколько тебе лет? Мне 30 в этом году будет. У тебя была грыжа? Да, у меня были 2 грыжи. Есть МРТ. Mm-hmm. Обследование. Но я не лечился, я уповался на Господа. И но ты чувствовал боль? Я чувствовал боль постоянно, ноющую. Но сейчас, после молитвы, я не ощущаю боли той ноющей. Просто теплота и как бы усталость, потому что весь день на ногах. Что это за теплота? Вам объясняю. Это вот присутствие Божие, ощутимое, которое сошло, прикоснулось там, где была боль. Притом это присутствие Божие разбирается, куда идти, где прикасаться, и человек исцеляется. Боже, спасибо Тебе за Максим во имя Иисуса. Пожалуйста. У Антона на протяжении 2 лет была боль в ногах, в спине, а также в сердце. Во время молитвы он почувствовал жар в руке, и боль полностью ушла. В руке, да, в ногах вот и в сердце. Да. А боль сюда, то есть жар... Жар отсюда пошел. Вот. И по всему телу. И по всему телу. Да, я сразу почувствовал. Это жар не как солнце. Нет, это от молитвы, которую вы читали. Вот, я просто хочу, чтобы они поняли, о чем идет речь. Сразу на ладонь, сразу пошел. Господь, спасибо Тебе.
Когда Иисус приходит, это особенное время для чудес, могущественное проявление Божьей славы, милости и любви. Когда Бог открывает двери, невозможное становится возможным для тех, кто верит. Разные языки, разные народы, культура и обычаи, но одна цель в каждой стране – проповедовать Евангелие до края земли и прилагать спасенных к Церкви Иисуса Христа. Мы благодарим всех партнеров служения «Христос для всех городов» за ваши молитвы и финансовую поддержку. Эти фестивали Иисуса стали возможными благодаря вашему вкладу. Слава Богу! Бог благ! Я всегда радуюсь, понимая, что мы живем в сезоне чудес, и нужно всегда ожидать чуда от Бога. Возможно, ты еще не покаялся, ты хочешь принять Иисуса. Я хочу помолиться с тобой. И после помолюсь за тебя, чтобы ты получил свое чудо от Бога. От всего сердца для покаяния скажи со мной: Отец Небесный, прости меня все мои грехи. Войди в мое сердце, Иисус, и будь моим Господом во имя Иисуса. Аминь. Если у тебя болезнь в теле, возложи руку там, где болит в теле. И скажи со мной: ранами Иисуса я исцелен. Он взял на себя мои болезни и немощи. Поэтому отказываюсь от болезни во имя Иисуса. Теперь я хочу помолиться за тебя. Провозглашаю исцеление от головы до ноги во имя Иисуса. Поражаю тебя, дух болезни, и говорю тебе: уйди, ты не имеешь права, потому что ты поражен Иисусом Христом во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу! Я так рад. Если Бог коснулся к вам, сообщите нам об этом. Мы хотим радоваться вместе с вами. Мы всегда хотим с вами общаться. Напишите нам, позвоните. Мы желаем молиться за вас, подсказать во многих вопросах. Бог да благословит вас. До свидания.